В преддверии открытия 228-го театрального сезона труппа одного из старейших провинциальных театров России по традиции отправилась на гастроли. Они уже побывали в десятках городов страны, а вот в Сочи дают спектакли впервые. Я понимаю специфичность публики города Сочи, что все-таки много и приезжих, и публика абсолютно разная. Это нам проще немножко работать, потому что у нас такой пул театральной публики, который ходит от раза к разу на каждую премьеру, они уже приучены, они научены. Тут, конечно, немножко по-другому. И это тоже накладывает на нас определенные обязательства. Рязанский театр представит в Сочи 4 своих спектакля. Жители и гости курорта увидят комедию Александра Островского «Бешеные деньги», спектакль «Красотки» по роману американской журналистки заставит зрителей порассуждать на тему женской судьбы. Завершатся гастроли комедии «Школа соблазна», где с долей юмора описаны традиционные воскресные встречи женщин, гуляющих в парке с детьми и внуками. С одной стороны, спектакли классические, но при этом это абсолютно живая классика. Спектакли по современным пьесам, но они все равно существуют в какой-то такой прекрасной традиционной норме, которая меня лично очень радует. Один из спектаклей будет показан в Сочи впервые. 16 сентября на сцене Зимнего театра состоится премьера трагикомедии «Ангел». Я вам честно скажу, когда я прочла, я плакала, вот когда я текст вспоминаю, там дома вспоминаю перед репетицией, я не могу сдержать слез. Это тема, не просто тема отцов и детей, это тема о большой ответственности родителей. Ну, вот я сейчас говорю такие какие-то очень такие сухие слова, на самом деле эта пьеса очень чувственная, очень, душевная. Гастроли Рязанского областного театра драмы пройдут в Сочи с 15 по 18 сентября. Галина Захарова, Борис Осин, телекомпания ФКТ.